Вот, закончила еще один курсом гипноза СГ-2. И хочу сказать, что Павел Борисович даже в самом начале, ну, во втором блоке, во втором модуле не разочаровал меня своей оригинальностью. Ну, я в кавычках не разочаровал, потому что я уже прошла СГ-4, СГ-5. Все интересно, все своеобразно, все в тему. То, что позволяет работать с собой, совершенствовать свои навыки, добиваться каких-то новых результатов. Конечно, интересна авторская интерпретация этих методик, этих техник, потому что та же иконка, она уже в некоторых тренингах, ну, не Павла Колесова, а в тренингах по личностному росту, она уже встречалась у меня. Но здесь такая своеобразное ее преподношение, потому что там идет еще и энергетическая активация. То есть это очень интересно. 8 точек, опять же, классная даосская методика. Это вот именно построение своего пространства и диалог со своим «я». Ну, еще раз говорю, то, что техники, которые дает Колесов Павел Борисович, они интересны. Интересны именно авторской интерпретацией и вот авторским таким, авторской такой концепцией, потому что именно вот эта авторская программа, она позволяет шаг за шагом выстраивать себя заново, опять же, в зависимости от того, что ты хочешь получить. И это очень классно. Так что советую всем обращаться к этим методикам, тем, кто хочет работать с собой, добиваться каких-то результатов, каких-то изменений. И как в одном из тренингов говорит Павел Борисович, из того болота мнимого благополучия и стабильности, чтобы двигаться, чтобы развиваться, чтобы достигать своих мечт. Успехов всем. Советую. Обязательно советую всем. Спасибо.